Сочи с 30 ноября по 4 декабря проходил фестиваль детской слэдж-хоккейной лиги. За победу боролись 16 команд из 14 регионов России. Юные спортсмены с инвалидностью приехали в Сочи со всей страны. География – от Красноярска до Санкт-Петербурга. Наши спортсмены из слэдж-хоккейной команды «Умка» завоевали в Сочи золото, выиграв все матчи и даже не пропустив ни одной шайбы в свои ворота.